Итак, друзья, всем привет! Сегодня расскажу о том, как отключить обновление в Windows 10. Это надо, если, допустим, вы готовитесь к реферату, и вам ни в коем случае не надо, чтобы у вас обновлялся Windows 10. Ну или просто, если вас раздражает и так далее. Итак, нам понадобится вот такая вот надпись services.msc. Нажимаем поиск и набираем services.msc. Нажимаем Enter. Значит, мы зашли в службы, после чего нам необходимо пролистать в самый низ. Вот, пролистали в самый низ. И здесь вот центр обновления Windows. Нажимаем на него два раза. И здесь, видите, тип запуска вручную. Выбираем «Отключена» и «Примените», «Окей». Все, проверяем, еще раз заходим. Все, отключена. Все, после этого у нас Windows не будет обновляться. Так что, друзья, вот, собственно, и все. Всем доброго, всем пока, до свидания.